Сегодня хулипалом прошел Зуламан. Три сундука, блин. Убьем, тоже будем потом так же делать. Да, от опыта, конечно, прилично. Много чего зависит. Сразу бафы по нему. Давай, ДПС. Мне ДБМ говорит, столб огня, блядь. Убегайте, блядь. Теперь заебет фулбой, будет достал поднять этот, нахуй. Ну, халяву там забафали, надо ДПС ему больше давать, что-то мало дает. Проебали время дохуя. Готовимся сейчас на пулю эту. Давайте готовимся. Милики остаемся. Сейчас процент отвожу, РДД бьем. Он тот ветерок, конечно, бомба, нахуй. Он должен на меня идти. Ну, то, что вы там стоите, это, конечно, круто, но надо как бы босса бить. И бегите сразу в следующий раз. Вы проебали время дохуя.
Похуй на ветерок. Ну вот, блядь, залупа, конечно, полная. Пускай стоит сейчас там уже. Сейчас, может, от вас вихрь на меня пойдет. Надеюсь. Только вот эти четыре... Все, нахуй, ложимся. Короче, Хант, ты сбегаешься на эту залупу в звезду. Понял? Вот это... На пьедестал ты бежишь, когда четыре. Когда четыре вихря за мной начинают бегать, ты только тогда идешь и спокойно стоишь, дамажишь. Ты стоишь в звезде для того, чтобы вы все в одной точке стояли и вихри от вас оттолкнулись один раз. А вот эта залупа, что вихрь один летает, хуй пойми за кем, три за мной. Он их откинул один раз, они все в три вихря в эти отлетели, и все, блядь. И вайп нахуй вакханалия, блядь. Ты встаешь туда, в звезду. Вот, и оттуда стреляешь в босса. Он превращается в птицу, ты там стоишь. Тебе там это... Щиток кидает ДЦ. Можешь там притвориться, вилки нажать, всю хуйню. Вот. Ну, тогда помолиться просто. Да, орехи можно на него еще наебнуть. Ты танку даешь по КД этот, как он называется? Каплю на эко, ну, чтобы он не сдох. Самое главное, хилов не проебать. Там два БР есть, в принципе. Один мы с пула проебали. Вот с пула вот этой хуни тоже не должно быть. Надо ДПСить мощно, сразу заряжено. Внимательно. За вихрем внимательно На Керусе горестный бросок, хилы, обратите внимание, его надо захилить на фулл хп. Покастуйте в него немножко, чтобы баф исчез. До сих пор висит. Покастуйте еще, ну. Вот. Еще. Еще один. На ИВБ. Там истерия 1% в секунду отнимает, из-за этого баф остается. Ресы.
Сразу full buff, каску, все. Готовься напуливать. Скоро фаза. Один процент. Хант звезду ровно, в звезду быстрее. 0.3, 0.2. Ну. Цивы рано не проебывайте. Вот. Минус 4. Вы сейвы это не проебывайте рано, как там танкот до этого, сейчас не знаю, как сейчас дал на этом трое. Этот. Когда только вихрите появились, когда уже непосредственно вас дамаг скоро будет дамажить, и ВВ зубы на себя дает, каплю на эко надаете, про хил там надо. Обязательно хил кастовать. Щиты, чтобы до этого уже были, еще потом их обновлять, чтобы хоть какой-то шанс был выжить. Плюс незыбка, плюс дубовая, плюс вот эта вся параша. Как-то выжили до этого, нормально было. Да, может такое быть. Локовские камни еще возьмите и на этой хуне тоже прожмите. Уж кроме локовских камней больше ничего не спасет вас. Ну сдохли кто? Халява с локом и два хила. Это пиздец, конечно. Из пула мы проебываем ПКД БР1. Обязательно на... Обязательно заранее. Как вот увидел, что он крутится, все, побежал, там времени хватает, 2 секунды целых. Прыжок, здесь два прыжка. Да, тут тяжеловато для миликов, что отбегать постоянно.
Вот эту хуйню все возьмите, поставьте, чтобы вам удобно было прожать. Вот вы будете в углу стоять. Обязательно вот лог, рога, кто не хилится, обязательно сожрать эту хуйню. Может, выживете. Хан тоже. Значит, дальше отбегаем. Быстрее бафы по нему. Все, все, давай, бей. Есть такая тема, как смерть в полете. Ты, скорее всего, на момент получения удара начинал прыжок, сдох, и потом еще твой труп летел, блядь. Поэтому ты там был. Каска есть на нем 10%? Не вижу. Норови. Вот каску ебаните. Готовимся. РДД переводят. Милики там стоят. Хан туда забегай. Как только полетят ветры, тогда прожимайтесь. Прожимайтесь. Ну и что, вот у нас, скажем, БР и 2 в КД. Так бы можно было один друид другого и второго челика резать. Ну, хули толку. Да. Это все в первых фазах. Это вот все. Сейчас можно падать спокойно уже. Это в первых фазах надо выигрывать время. То есть быстрее переводить. Вот без вот этих вайпов на первой фазе. Вот. Нужно прям все идеально. Не, первая фаза быстрее проходится намного. И вторая тоже. Первая, вторая быстро проходится.
На третьей фазе там нормально можно было. Я говорю, вот это вот мы проебали на первой. На третьей надо бить, только аккуратно. И чтоб не сдохнуть. Ты не бегай, надо сдохнуть, как бы, ну, время идет, время не бесконечное, давай упадем. Надо просто все на всех фазах идеально сделать и выжить. Ну, допустим, один тело у нас упадет, у нас должна быть подстраховка. СС, 2БР. Шаман, его надо сейвить, хуй с ним. Вставалка это такая хуйня. Не надо его продавать, потому что ману потом хуйреснешь, потом будет вайп от незахила просто. Ауру ставил? От природы, да. Угу. Сожрали камни? Ну вот как было в тот раз, когда все сразу отлетело, тогда надо стараться так делать. Потом халява настакаешь. Главное отбеги. Если челик падает, это куча проебанного ДПС. Пока он бафнется, он там 7000 давал. Слушай, а что ты так мало даешь? 7 тысяч. У тебя что-то не одето или что? Халява, что-то не могу понять. Ну ладно. На птице разгонишься нормально.
Вот минута 20 бьем. Надо побыстрее. Два процента. Готовьтесь. Давайте сильнее переводите, чтобы время не терять. Все, милики там стоят. Полпроцента. Все, сразу в центр, не дрочите там, не стойте. ДПС теряем. Во, и дамажим. Смотрите только РДД аккуратно. За ХП за своим, хилы вас подхиливают. Во, и башим. Все, ну рысь там, не уронить людей. СС есть, 2 БР есть, стараемся. Хант, встань там где-то, чтобы, блядь, стоять. Не знаю. Хант, ты встань в углубление, например, вот. Где вы везде стояли, оттуда стреляй. Я же... Они же тебя не будут задевать. Ты доставать будешь стрелами своими. Ты же 40 метров стреляешь. О. Чуть-чуть повыше встань. Все, 10% надо быстрее. 4.45 бьем. У нас фора уменьшается наша. Рыси надо будет нагнать. А, кстати. Сейчас истерию тебе дам. Дубовую отдай. 4% давайте. Щиток ему там дай, обновление. Щит земли, если он у тебя 4-3-4, вот сейчас на рейде мог бы висеть. Ну ладно, сейчас уже скоро фаза. Готовьте на пылы 2%, 1. Восемь десятых, 0.5%. Под жопу. Захиливаем. Ну, самое жесткое для хилов.
Даю войско на следующий, чтобы он поменьше вас кусал. Не проебите себя, главное, хилы. Это он вурдалаков покусал нормально. Три минуты у нас, мы все успеваем. Один процент, давайте сильнее. Геру фул ДПС, ага. Перед лицом не стоим, Хант, немножко перебазируйся там. Кучами. На мне дал. Милики, осторожно, когда бежать будете. Осторожно, милики. Я провел, вон он сзади. Все, на следующий уже не зыбко будет. Смотрим столб на ком. Он на быстро. Вон он уже на быстро был. Все, дал не зыбку. Все, не зыбко. Поведу потом вот где хил стоит, туда в центр. Перебегите к ступенькам. Ага. Все, танкуй, если что, бабл готовь. Давайте ебашим изо всех сил. Может БР дать? Дай БР, пускай побьет. Да, хорошо. Да нихуя, не знаю. Ну возьмите, сдайте, блядь, потом расскажете. Потом расскажешь, что там, блядь.